В Елабужском институте КФУ стартует крупнейший интернациональный проект по развитию межкультурного общения «Клуб интернациональной дружбы Юнити». Это студенческое сообщество было создано по инициативе директора Елабужского института КФУ Елены Мирзон. Основная цель работы клуба – развитие и поддержка чувства толерантности у студентов, повышение интереса к межкультурному и интернациональному общению, создание благоприятных условий для адаптации иностранных студентов в Елабужском институте КФУ. Одной из основной миссий данного сообщества является укрепление международных связей и установление сетевого взаимодействия между вузами и партнерами Елабужского института Казанского федерального университета. Программа клуба очень насыщена и весьма неординарна. В планах объединения мастер-классы, организации дискуссий, круглых столов, конференции и многое другое. Важно и то, что работа сообщества предполагает подготовку к сдаче международных экзаменов, открытие киноклуба на английском и немецком языках. Для наших студентов это очень актуально, так как многие из наших студентов участвуют в международных обменах, выигрывают различные гранты, и это, конечно же, им помогает. Организация подобных проектов в Елабужском институте КФУ открывает новые горизонты для обмена опытом. Идет взаимосвязь. Идет не только культурная взаимосвязь, образовательная, но также и творческая. Очень интересно общаться с иностранцами, понимать, как они живут там, что у них там интересного. И они помогут вам также поехать к ним в гости. То есть это все реально. Для этого нужно работать. Адель Шамилова, Динара Алмагамбетова, Айдар Салихов, Универньюз.